Где Болжарстың финалдық шегіне стабалдырымы да? Жетуге қалдық, ал қазір Мұзайдына Америка чемпионы Джейсон Браун шақырылды. Нам напоминают, что пока тройка лидеров выглядит следующим образом. Макс Аарон, Хан Янь, Константин Мишов. Ну и вот он, лидер сборной США, чемпион штатов Джейсон Браун. Который, как обычно, в своем амплуа. Керемет өнер көрсететін спортшы, ал төрттік элементтер жасай ма, жасамай ма, қазір куә боламыз. Это было выступление. Once again, from the United States, Jason Браун. Чемпиона США Джейсона Брауна. Лично мое мнение, много движений и мало оригинальности. Да, когда Джейсон Браун только появился во взрослом фигурном катании, было это в сезоне 2013-2014, его заводные, так скажем, ритмы смотрели свежо, но третий сезон подряд эксплуатирование одной и той же темы приедается. Еще раз повторюсь, это мое личное мнение. Ну, не получилось у него идеально исполнить. Вот мы видим, что в каскаде второй прыжок тулуп, это лишь прыжок в один оборот, который называют бабочкой. Исполнение тройного лутца. То есть уже с этим техническим набором Браун не сможет бороться за пьедестал подсчета.
Я дурсай танцы. Ну, если только в произвольной программе, а те, кто будет занимать первые три места, не совершат фатальных ошибок. Как и версия? Ну, четверного от Брауна мы сегодня так и не дождались. Может быть, увидим в произвольной. Напомним вам, что телеканал Каспорт в полном объеме будет показывать все соревнования, этапы Гран-при, которые начинаются у нас, получается, во второй половине октября и закончатся только в середине. Ортасында аяқталат Испаниядағы финалмен. Міне, қателіктер жіберсе де мойымайтын, әрқашан көліп жүретін Джейсон Браун тол қалпынан таймай мәз-мейрам болып өз бағасын күтуде. Әрине, бұл да бір жақсы, керек мінезін біреу шығар. Ал біздің күткеніміз әлі алда. Jason Brown from the United States has earned in a short program 78.64, which is a new season's best. He's currently in 7th place. Маусымдағы үздік ұпай санына қол жеткізді әзірге.